Я нашел сокровище. Хо-хо-хо. Как сюда залезть-то? До штурвала. Окей. Стрелять. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но большего мне и не нужно. Возить товар из плантации. Нормально. Ветер крепчает. Приготовиться. Стоп. Чего? Уплывите из залива. Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Тихо. Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Фига себе. Понятно. Да. Там оживленный. Как бы нам на мель не сесть. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного. Паттерный тростник, бата, коров, подобные товары. Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да, тут вы правы. Что-то я не туда заплыл, по-моему. Еще паруса отдать! Кому отдать? Наполни каждый дюйм! Рифи Марселя и Брамселя! Спустить паруса, ловим ветер! Убавить парусов! Отдать все, вперед! Камера, ты что делаешь? Спустить все, кроме грота! Гроты отдать, вперед! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Убавить паруса от бури! Отдать гроты по ветру! Нифига себе. Я настоящий моряк, оказывается. Смог выплыть. Из такой передряги. Еще парусов! What the fuck is that? Посмотреть событие 2. Эх, черт, надо было двойку жать. А еще раз можно? Эй, почему черный экран? Вы прирожденный моряк. Спасибо. Я успел немало постоять у руля. 2 года был матросом на капере. Черт побери, вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений. Изумительно! Да, странного я видел немало. Мы не рано отсюда уплыли вообще? Прекрасно. Многообещающе. Че?
кто это со мной разговаривает? Ну, дальше что? Так, спокойнее. Ну вот, с возвращением. Ты кто такая, мать твою? Откуда ты тут взялась? Ну, показатели в норме. Планшет откуда ты взяла? Убедимся, что с тобой все нормально. Все. Грузовое судно ограбил. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Вверх. Вот так. Вниз. Пока все хорошо. Вставай. Вставай. Как я вставать должен? Ты в проекте образец 17. Для начала тебе понадобится вот это. Это ну что-то вот. На меня повесило. Тест, раз, два, три, привет, бонжур. Все бон? Работает? Ну что, прогуляемся? Выходит, исследование памяти тебе не в новинку. Странно, что опыта мало. У тебя талант. Да подожди ты. Данных стабильные. Ты пошла. Чик-чик. Верните меня обратно. Солидно, да? Нет. Этому зданию всего полгода. Да насрать. Но Asterg Entertainment работает уже несколько лет. Я пират. Верните меня назад. Что вы меня с корабля сняли? Тетя. Я знаешь, тебя сейчас за попу Лерин? Ущипну. Наш первый проект с технологией Animus. Нет, это не знаю. Только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. Только пассивный режим, конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Перестань. Корейские пираты. Работа для тебя. Надо подождать. Чего ждать-то? Спасибо, Нэнси. Бонжур, Нэ. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Давай, включай. Он классный. Чего? Как его включить? Табом? Кажется. У нас тут не очень строго для тонкости. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. Давайте в пруд нырнем лучше. Там рыбки, вон, плавают. Выбрось эту дрянь из рук. Черт, та кнопка. Давайте за рыбками лучше нырнем. Выбрось. Дай, блин. Че ты делаешь, балбес? Видишь мигающий сигнал? Ну. И есть контакт с лифтом. Только после нас. Нам в студию проекта образец 17. Второй этаж. Только с лифтом мне контакта не хватало еще. Что делать-то? Бла-бла-бла, инсерт. Ну и чё? Поехали, чё стоишь-то? Кого ждёшь? Контакт с лифтом, говорит, есть. С ума сошла, что ли? Вперёд! О, это наш босс, Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салют, Леонид. Ça va bien? Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Когда они уже перестанут Connor. Делать видеозаставки, ну, в играх? Ну зачем? Ну бесит. Жутко идешь, бац. Че, нельзя было этого кренделя нарисовать в 3D, и чтобы он подошел? Можно поговорить у тебя? Так же говорит. Какая разница? Я только устрою человека. Минут 5. Вот это вот ходит. Вот это ходит и говорит. Итак, вот, она ходит и говорит. 17. И тот бы тоже так же подошел. Очень ценного донора.
Вот этот, Дезмонда, например. Вот. Ну, скажи что-нибудь. Молчит, зараза. Когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. О, смотри, смотри, хакер. Черт, вот опять. Это Джон, наш чудо-айтишник. Чинит кое-что для тебя. Точно, я же говорю, хакер. Я отладчик. Отладчик. Я ломаю. Я не чиню. А вот и он. Твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное. Полегче в выражениях, анимус. Если нужны подсказки, в анимус загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже. На абордаж. Я посмотрел на твой абордаж. Окей, что дальше-то? Р. Добро пожаловать в анимус Омега. Инструмент Abstergo Entertainment для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта, Мелани Лемей. Вы стали участником проекта образец 17. Ваш объект — Эдвард Джеймс Кенвей. Дата рождения — 10 марта 1693 года. Суонси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. 10 марта, она сказала. Рыба, значит, по гороскопу. What the fuck is it? Опять. На корабль меня быстро. Отправьте меня на гребаный корабль. Black Flag, да, я понял. Повторение мать учения. А, волшебная Гавана. Я тут уже бывал. Неизгладимые впечатления. Ага, вот. Дайте мне поуправлять кораблем. Знакомые лица? Нет, нет, хочу показаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Кого у тебя? Ты, мужик, ни с какого бока на пирата не похож. Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. Камень-то из сапога достань. Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Выполнить дополнительные задачи, чтобы добиться 100% сигнализации и пройти испытание обстоятельств. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Негр. Это сколько же надо было награбить, чтобы угодить сюда? Я не понял, а ты почему не раб? 1715 год. На плантацию. О, милая. Да, нет, вот так, вот так. Вот так. Они берут деньги. Ну ладно. В час. Да, ну ничего. Интересует? У меня 4252 рубля. Потому и предлагаю. Давай, чё, как сделать? А? Милочка. Не даются. 5 карт сокровищ. Какая карта сокровищ? Всё, я уже профукал, наверное. Попугайчик. Попка-дурак, попка-дурак. Чё у тебя есть? Алгун проблема? Какая проблема? Чё есть, спрашиваю, барон? Проблема. Я покажу сейчас проблема. У меня две шашки вон за спиной. Ч
чем там тащит? Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Где? Мне тоже нужен клинок, Дункан. Тебе зачем, господи? Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Где? Куда? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Да, милая, вот так. Иди отсюда, мужичонок. Ой, извините, дамочка. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Лавка, посетить лавку, чтобы все оружие было, просто различные вещи для Эдварда. Купить. Пират всего с одним клинком, не пират. Пистолет. Пират всего с одним пистолетом, не пират. Боеприпасы. Откройте раздел клинков. А, вот клинки. И чё я должен, как я должен выбирать? А. А это почему я не могу выбрать? Испанские рапиры с гардой. Вот это я могу купить, а это почему-то не дают. А это что за отстой? Почему галочки стоят? Выберите и купите английские палаши, написано. Я слепой. Ладно. Вы действительно хотите приобрести этот предмет? А что у меня остается-то? Сами пишите, выберите и купите эти. Этот мне в самый раз. А у испытание вас как... Абстерга пройдено. На маленький ножичек. Что написано? Отберите Черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ты можешь не так быстро, а? А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Ничего не дают сделать. Куда я должен идти? Чего вообще? Отберите, написано было, что-то там. Так, это что за отстой? Оу! Девоньки, да вас можно этого нанять. Давай вот тебя, я тебя толкну. И чё? Ну я нанял, и чё? Подождать? Чё? Подождать? Ладно, идём. А, во! Её, они все за мной ходить будут теперь. За 150 рублей 4 сразу. Класс. Вот это цену у вас там. Я понимаю. Идем, девоньки. Че, куда идти-то? Доберитесь до верха церкви. А, до верха церкви. Господи. А что, низ-то не устраивает уже, что ли? А, девоньки, зачем мне толпой такой нужны? Мне наверх лезть. Ладно. Че за отстой? Ладно, все. Стоять. Назад. Рассосались все. Как мне туда добраться-то? Извините. Я тут первый раз. О, ничего себе. Ты куда? Ты больной, что ли? Ни хрена, обезьяна. Как мне туда добраться? Давай, прыгай. Че встал? Не понял. Как прыгнуть-то? Ну окей, ладно. Отпустить, спуститься. О, щет твою мать. Извините, пацаны.
Я тут обезьяной прикидываюсь. Ба. Что ба? Каждый палец как крючок. Так можно отличить парика. Действительно, блин. От обезьяны. Так, ладно, что делать? Так. Сюда что ли? Умеешь по таким штукам ходить? Умеешь. Так, тихо. Что с целью-то? Куда? То туда показывает, то сюда теперь. Ты не вкурил тут слегка. А, вот на эту байду, что ли, надо залезть? Господи. А как на нее залезть? Лол. Какой вы ловкий. Слышь, ты ловкий, давай как-нибудь. Залази уже. А, во. Не, вот обязательно надо вот прям вот прям вот, я не знаю, туда вот прям. Зачем? Че себе, блин, обезьянка. И чё? Почему синхронизации нет? Ну я добрался дальше, чё? Чё делать-то? Добрался до верха церкви, дальше чё? Спуститься, как спуститься-то? А, вот куда, наверное. Синхронизировать его. Приметил. Мы близко. Держитесь. Нажмите, используйте, чтобы к стогу сена. Стой, или я тебе колени переломаю. Схватить карманника. Где карманник? Где карманник? Где карманник? Да. Что ж такое-то? Чё так быстро-то, ну? Десинхронизация. Как еще десинхронизация? Вон он. Стой, или я тебе колени переломаю. Стой, скотобаза. А то у меня сейчас опять десинхронизация наступит из-за тебя. Ты куда? Где он? Я рядом, гаденыш. Я не понял. Нифига себе, он ловкий бы. Быстрее! А вот и я! А, вон он. Ну, че ж это? Хрен догонишь. Давай. Ты в гавани не скроешься! Как его поймать-то? Стоять! Здесь! Ох ты, на тебе. Не в тот карман ты полез. Да, расхлёбывай последствия. Да прыгай. Ну прыгай, что ли, вниз, ну. Удерживайте, находясь рядом с трупом. Так, и чё? Встретите Стидов в таверне. Ты не умеешь здесь лазить? Ах, нифига себе, зато здесь, блин, прям. Как? Нифига себе, на веревку запрыгнул. Как? Как ты это смог? Так, а где таверна-то? Почему все красные? Верно, ага, вот. Прыгай, что стал? Прыжок
урок веры здесь можно сделать? Нормально. Ну-ка, слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Не спешите, я буду тут. Где мои девоньки? Приятно встретить валлийцев в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй, Паулок. Твое лицо мне знакомо. Ты же водишь дружбу с пиратами в Насау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Поганец! Я предупреждал! Что дальше? Хотите драки? Будет вам драка! Банч, 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 банч! На тебе, на тебе! Как тебе, пацан? Ночняк? А, контратак. Что надо делать-то? Нажмите R, затем для контратаки, затем нажмите R. Чё? И чё? Чё надо сделать? А, вот. Нажмите R. Нажмите R, нажмите не R. Господи, чё надо делать? Нытьте, нытьте. Короче, на все клавиши подряд жми. Не ошибешься, но... Так это настоящие драки, в общем-то. Бей куда попало и попадешь. Или не попадешь. Вали его. Нытьте, нытьте. Нытьте, 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 нытьте. Ну все. Всего и дело в то. А нос-то попортили. Что такое? Не просите меня. Это не я. Я найду вас. Перо инглес. Что такое? Используйте 5, чтобы выбрать дымовую бомбу. Затем нажмите F для ее применения. Дымовые бомбы на несколько степен становят противников. Бла-бла-бла. Используйте 5. Потом нажмите F. И чё? Куда дальше-то? Вали отсюда нафиг! Чё надо сделать-то? Открытые столкновения. Чёрт! Камера, ты что на где делаешь? Прячьтесь в стадах сена. А. Свалить что ли надо или чё? Покиньте область и спрячьтесь, а. Я не понял, ты что ты вытворяешь, борзел? Где сток сена? Хоть показали, блин. Тихо. Без паники. Ищем сток сена. Задание выполнено. На 80%. Схватить карманник. Я же схватил карманник. Какого? Какого надо? Ну, ладно. Фиг с ним. Что это за значок такой тут? Череп какой-то. Заработать оружие, контракт на убийство. Ага.
Давай, пойдем попробуем. Как ты... А, вот так вот. И где тут контракт на убийство? А давайте кого-нибудь грёхнем. Так, где контракт на убийство, я спрашиваю. Было же ясно написано. Лестница, тут ни черта нет. Так, стоп. А, вот. В торговом квартале Гаваны разбит военный лагерь. Ваша цель — их капитан-тамплиер. Угу. Давай. Голубь, что ли, ты контракт дал? Прикол вообще. Че за отстой? Цель для убийства. А я где? Поставить метку. Так. А это что такое? Танцовщицы. Танцовщицы. Кстати, они мне могут помочь, наверное. Я же их уже купил. Пипец, обезьяна по всему подряд лазит. Прыжок веры. Где прыжок веры? Где прыжок веры-то? Гнездо вижу. Веру вижу. Прыжок нет. Что ты туда заглядываешь? Господи, я что-то не видел. Нажмите V, чтобы атаковать. Орлиное зрение. Короче, ясно все. Что ничего не ясно. Прыжок веры сейчас как сделаю. Отсюда прям. И пусть только попробует мне не поверить. Чё? Паркур. Да уж. Такого паркурщика еще поискать. Что там? Не возникает там кабара. Так, где этот Эдвард? А я где? Кто их карты учил составлять? А вот я правда не понимаю. Вот во всех играх карты вообще абсолютно бестолковые. Картографы хреновые. А-а-а! Парень, ты чуть не упал. Ядрёна вошь. Что такое? Цель ускользнула. Как ускользнула? Куда ускользнула? Цель ускользнула, главное. Фига себе. Я дошел, главное, до цели, а она ускользнула. Опа. Хо-хо-хо, я в домике. Аутдор. Бэкдор, аутдор. Окей, ладно. Цель ускользнула, вернитесь попозже. Что значит вернитесь попозже? Нам так и будет бегать от меня, что ли? Это что за хрень? Рукопись. Сундук. Что значит вернитесь попозже, я не понимаю. Курьер, схватите, ограбьте посыльного. Нажмите ключ, чтобы выбрать оружие. Дымовые бомбы, деньги. Дымовые карты сокровищ. Да не надо мне. Ни хрена.
понимаю, какого посыльного еще? Курьер какой-то. Зачем мне посыльный? Мне надо убить кого-то. И меня за посыльным посылают. Прыгай, чё встал? Как, и чё мне сделать-то надо? Ну вот он посыльный, дальше чё? Прыжок веры давай. Бля. Эй, стража! Чтоб повалить цель. А, вот. Смотри, он тоже так умеет, как я. Куда он нахрен делся? Готов. Свалился. Сам упал. Че надо-то? Укрытие. Да. Я вообще ничего не делал, я бежал за ним. Идите нахер. Вот. Вообще, я терпеть не могу, когда вот такие вот задания. Ни хрена не понятно. Абсолютно. Схватите посыльного. Где бэкдор мой? Где сток сена? О, что, прыжок веры можно сделать? Хычма! Я хотел спрыгнуть, он свистит. Прикольно. Свист из колодца. Мужик, чё пилишь? Иди лучше в колодец посиди, там свистеть можно. А ты что делаешь? Красишь? Хозяин, может быть, этот колор? Ай, ладно. Так, это что за цель? Сундук. Сундук нам обязательно нужен. Обязательно. Слышь, обезьяна, я тебя не туда хотел вообще-то отправить. Давай прыгай. Так. Что, бабушка? Капусту выращиваешь? Где сундук у тебя тут? Который мне нужен. Сюда дайте зайти. Залезть, свистнуть, стукнуть. 6 метров до сундука. 10 метров. Я не туда лезу, по-любому. Прыгать что встал? Так. Ну, сундук где-то... Где-то... Где-то здесь. Где-то здесь. Вот он! Ай да я сундук нашел. 280 дымовые бомбы. Один сундук из 20. Охренеть. Как задание посмотреть? Основное задание какое? А где же мой сахар? Основное задание. Дополнительные действия. Ой, ни хрена непонятно. Коллекции. Сундук. Сундук, это что такое?
новая песня Шанти для команды. Давай посмотрим, что с песней. Я так понял, прямыми дорожками здесь хрен походишь. Проще по заборам лазить. И по крышам. По крышам, по заборам. Что такое? Ты кто такой? Да ты не охренел ли, а? Парень, ты будешь биться или нет, твою мать? Иди к чертовой матери. Куту на меня. Что ты тут вообще на крыше делал, скажи мне? Ладно, я. Так, стоп. Матросские песни. Что надо сделать? Блин, опять этот придурок. Он меня сейчас убьет. Долбень. Иди нахрен. Опа. А ты так не умеешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай быстрее. Уйдет же сейчас. Так, где, чё, где? А, где песни, песни, где? Куда песни? Твою мать. Повторить попытку позже. Да вы не охренели, блин? Я же бегать до них не должен. Что надо сделать? Украсть. Ну я жму R. Почему он не крадет? Извини, человек. Я нечаянно. Ни черта не поймешь. А, жрать надо, вот что. Тлыч, черт. Не все так просто, оказывается. Так, где сундучара? Да чтоб тебя! А ведь этот придурок. Где сабли-то, я не пойму. Блин, как саблю достать, мать вашу. Матрос песни, догоняйте, ловите листки с новыми... А. Догоняйте и ловите листки. Опухли, что ли? Что вам, гончая? Эй, парень. Ты застрял. В курсе? Догоняйте и ловите листки. Что за бред? Где они? Какие матросские листки, бля? Ничего не поймешь. Хрена себе, ты с такой высоты шлепанулся. Ничего себе не попортил. Что за хрень? Пиво. Пойду пиво пить на вас всех. Так, ты кто? Я веду дела только с капитанами кораблей. А я кто? Не капитан, что ли? Так, это что за хрень стоит? Выпить. О, это тема. Это бегает по крышам уже с самого утра. Ладно, продолжим в следующий раз. В следующей части.
наверное. Может и нет. Может еще в этой побегаем. О, тут сыграть можно. Украсть. Хоп, 13 рублей. Украсть. Ну, давай крадем быстрее. Не видит. Хоп, 9 рублей. Отлично. Так. Хоп, 11 рублей. Клево. Ты кто такой? Игрок. Нет, играть я не буду с тобой. Ты шулер, скорее всего. Надо вот с этим поговорить, наверное. Что он... Получить сведения 200 рублей. Какие сведения? Ну, давай. Хоть писали, что это значит. Морской конвой, забрать много. Ну, окей. И поставить метку. Дальше что? Обнаружен морской конвой. И что? Но обнаружен дальше что? Ничего не понимаю. Лавка смешанных товаров. Это что такое? Основное задание. Это я, собственно. География дополнительная. Задание. Ну вот, задание, ну. Морской конвой, давай. Чё, где? Чё, где, кого? Ни хрена не поймешь. Курьер, схватите, ограбьте посыльного. Куда он делся? Я вообще ничего не понимаю. Он только что здесь был. Вот только что прям. А, вон он. Все по крышам лазят, короче, тут. Вообще абсолютно все. От мала до велика. Скотопаза. Я сейчас побегаю. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Уйдет ведь, уйдет, уйдет. Стреляй. 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 Стоять, собака. Твою мать. Ушел, что ли? Нет, вон он. Давай, 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 давай. Почти догнали. Как его забэкдорить? А, стой, да ты. Вот он. Ну, что делать-то? Нокаутировать. Да блин. Давай удар в падении надо было делать, балбес. Повалить, чё, Р? Смотри, как быстро бегает. Ничего себе. Как ты так быстро бегаешь?
Де... Прыгай, что ли ты? Вот он, ну... Нате. Готов. Обработать тело. Черт, идите нафиг. Идите в пень. Сволочи. Я спрятался, ха-ха-ха. Я в домике. Да чтоб вас всех! Мне тело надо обработать сначала. Давай. Убить. Зачем убивать-то? А. Подобрать тело. Господи. Не-не-не-не. Идите в пень. Не, я ничего не понимаю. Все так быстро происходит. Просто пипец. Запретная зона. Какая запретная зона еще? Пошли лучше. О, все. Ну ладно, хватит на этом. В следующей серии продолжим. Надо разобраться, что к чему. Ничего так, весело. Пока.